И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давно обещал я другу сделать персонажа именно для комплекта, так сказать, 3D модели. Не знаю, она ему понравится, не понравится. Ну, давайте на нее посмотрим, а потом покажу, как она выглядит в ZBrush. Я ее еще не собирал, даже не знаю, что может вылезти. Итак, Delete куб удаляем. Так, N панель. Так, итак, единица на нампаде. Камеру свет можно пока выключить. Файл импорт. Формат Ops из ZBrush у меня. Так, значит, на рабочем столе находим персонажа. Игра Джерри. Мультфильм, кто не смотрел, посмотрите. Прикольный, короткометражка. Итак, первая деталь. Это, значит, волосы и брови. Вторая деталь. Импорт Ops. Что у нас? Галстук. Ладно, пусть будет галстук. Следующая деталь. Это пинжак. Так, пинжак есть. Импорт опс. Так, пуговица пригодится. Файл, опять же, импорт опс. Рубашка. Тоже нужная деталь. Импорт опс. Так, тело Джерри у меня тут два. Буду делать вторую. Она более-менее с веками, а другая без. Итак, вот уже персонаж собирается. Импорт опс. И штанцы. Штанцы. Есть. И туфли. Все. Туфли последний экземпляр. То бишь деталь. Чья туфля? Моя туфля. Есть. Итак, поднимаем его выше. Бэмс. Смотрим. Вот такой вот персонаж. А теперь в красках. Так. На туфля я не делал развертку. Я просто назначу материал. Так, не тут материал. И это у нас коричневый. Так, это значит долой новый. И материал пусть будет такой не темный, а тут еще подобрать его надо. Так, это с зеленцой неинтересно. Так. Красноватый. Ну ладно, вот пусть коричневый будет. И чуть-чуть, наверное, еще потемнее сделаем. Не, пусть коричневый будет. Так, глаз пока нет. Глаза я вставлю чуть-чуть попозже. Так. Ну, вот такой прикольный персонаж, который играл в шахматы. Так. Есть тут, конечно, опять же, недочеты. Но тут вот еще в чем вопрос. ZBrush я не стал переделывать. Кстати, и процесс не стал снимать, потому что все по прошлым роликам, ничего такого серьезного. Это значит Ctrl-I, английская H, скрываем, выбираем штанцы и нужно зайти. Так, давайте в Sculpt Mode, тянучку ставим, можно эластик, включаем по X-симметрии. Так, и как-то... Не знаю, получится красиво сделать. Нет. Так. Как-то ее. Вот так повыше. Она у него штаны аж как бы даже по самую грудь. Вот так. Теперь Alt H. Включаем. Так, здесь не прокатывает. Может, вот Alt H. Открываем полностью нашего персонажа. Опять выбираем штанцы, заходим в Sculpt Mode, и нужно теперь эти штанцы, так, кисточку F, английская побольше, и вытянуть штанцы вперед. Так, а ну-ка, нормально вытянуть.
Так, здесь надо тоже приподнять. Так. Так, галстук надо отключить. А теперь пуговица пинжак. Давайте тоже отключим. Так, тут еще нужно подрегулировать. Видите, сетка уменьшилась и виден наш сам персонаж. Так, это значит уменьшаем. И вот эти части я хочу приподнять, чтобы они поменьше были, лямки. Так, вот сюда вот так вот вытяжку. Так, и вот эту сетку тоже чуть-чуть поднатянем. Ну, так как-то у пенсионеров. Так, дальше что будем делать? Что у нас тут еще происходит? Ну а теперь у нас происходит вот такая штука, что нужно пинжак теперь опять. Так, пуговицы, пинжак отключаем. Выбираем, значит, нашу вот эту вот штукенцию, майку. И заходим опять в скутмод, опять же по иксу. Так, ну и надо чуть-чуть это дело поднадуть. Вот таким вот это. Так. На стене тоже артефакты. Вот люблю я эти пазлы собирать. Так, ну не суть вопроса. Ладно, нормально. Все равно пока не видно будет. Так, теперь заходим в Object Mode. Так, ставим Shader Smooth на штаны, Shader Smooth на персонажа, Shader Smooth на волос, Shader Smooth на галстук тоже, ладно, сгладим, туфля не будем. Итак, единица на нампаде, вот такой вот персонаж, файл, это надо сохранить, Save As. Находим, значит, игра Джерри. Сохраняем Джерри. Enter. Сохраним. Единственное, что вот этот персонаж я не буду отдавать, потому что, ну, как я и сказал, этот персонаж был сделан именно для моего друга. Под его шахматы, именно из этого мультфильма. Он шахматы там такие же сделал один в один. Ну, классный. Ну, а Джерри не помешает. Не знаю, будет он делать стол, нет. Ну, вот, вроде бы как похож. Так, что у нас тут еще? С пинжаком тоже сгладим. Потом навешать, конечно, нужно, как это, ноды добавить в шейдингах. Тут еще вот сейчас вот шейдинг покажу, как добавить на normal map. Это текстуры, image текстуры, открываем и теперь находим, так, вектор normal map. Так, normal map я тоже делал именно в ZBrush. Open. Опа-на. Так, а я на ком стою? А нет, это на пинжаке. Пинжак нет. Normal map не надо. Мне нужен именно Джерри. Значит, add текстуры. Имеет текстур. И add вектор normal map. Ну, чтоб не забыть. Так, и open. Находим, значит, тело Джерри. Normal map. Это normal 2. Смотрим теперь, как. Так, это значит, пинжак отключаем, значит, что тут нужно, рубашку тоже отключить. Так, туфли, ну и галстук пока отключаем. И смотрим, как нормал наложился, прибавляем. Видите, что нормал перевернутый. Это не есть хорошо, но есть поправка. Заходим, значит, в image, так. Находим сначала текстуру normal map, вот это, тело normal map. Вот. Заходим в image, находим flip
переворачиваем по вертикали, нажимаем Image, жмем Save и Save подтверждаем. Так, теперь что? Отключаем non-color. Ставим, что у нас тут получается. Ну вот. Нормально вроде легла. Так, а ну-ка. Да, вроде как. Да, вроде она. И оставляем тут 1000. Enter. Так. Layout. Вот теперь красавчик. Вообще чистенький такой. А ну-ка, давайте сетку посмотрим. Сетка вообще легенькая. Не помню сколько, где-то 8000 полигонов. Где-то приблизительно так. И вот такой богатырь. Так, теперь, значит, включаем все детали. Можно без рубашки его использовать в анимации, можно с рубашкой. Так, а как он раздетый выглядит? Хотите поглядеть? Наверное, да? Так. Так, это свет. Туфли и штаны. Туфли и штаны отвечаем. Вот такой персонаж. Вот так он выглядит. Потом, я вот думал, надо еще ноги было потомцы сделать. Вот эту часть. Потому что у стариков ноги еще худее. Ну, ничего, это можно сгладить, как-то уменьшить, не проблема. Так, что еще? Ну, рубашку можно подправить. Штанцы. И тут еще нужно ему именно подыскать глаза. И будет офигенный персонаж. Ну вот так. Так, давайте посмотрим, как он в цвете выглядит. Я его в конце ролика закину именно так. Лифт. Открываем цвет. Семерка на нампаде. Нампад это под правой рукой. Ставим. Ну или цифры, вот эти верхние, если у вас нампада нет, как калькулятор выглядит сбоку на клавиатуре. И ставим, ну давайте 6000. Теперь R английское, разворачиваем солнце. G где-то сюда подставим. Боковой, единица. Так. Уведем его в горизонт. Все, персонаж уже красиво выглядит. Камера 0 на нампаде. Shift F. Так, ускоряем колесиком. Как вот так вот руководить камерой? Ссылку в описании оставлю. Вот такой персонаж. Так. Свет, наверное, слишком много. Ну, давайте 4 можно поставить. Вот так будет получше. Вот теперь можно делать рендер. И все. А, кости еще вставлять, делать рендер, смотреть анимацию. Так, теперь идем в ZBrush. Сейчас я сохраню файл. И заходим в ZBrush и смотрим, как это дело выглядит там. Это вот низкополигональная модель. Вот вся эта модель полностью со шмотками. Единственное, что тут туфли очень много весят. По-моему, 20 тысяч полигонов. Я не стал их понижать, потому что, ну, побоялся, что они перестанут быть похожими на туфли. А так вот, видите, это туфли. Туфли скачанные. Сэкономил я для себя время. Ну, в принципе, можно их было самому сделать. Ну, я немного ленивый тоже. Иногда прибегаю к тому, что использую болванки и... Именно по обуви. Нелюбимая моя тема это обувь. Вот пытаюсь где-то найти кроссовки. Есть у меня, ну как, скачанные. Я их использую в моделях. Вот у него посадка, словом. Вот. Потом костями можно его чуть-чуть еще подсадить и загнуть. И он будет уже, думаю, выглядеть, ну как положено. Так, идем в ZBrush. Вот я заболтал. Итак, ZBrush. Открываем файл Open.
находим на рабочем столе, где находится игра Джерри. И вот именно краска. Здесь вот персонаж, как я его делал, давайте сразу не раскрашенный, покажу, а то скажете, скачал откуда-то. Нет, вот он, я его сам делал. Голову делал скульптисаль по 6, одежду, рубашку, вот это все здесь именно делал экстрактом. Это вот он выглядит без перспективы. Вот так он выглядит в перспективе. Это без. Так, вот тут у меня все саптулы. Единственное, что пуговицу я взял именно из кисточек. Это находится вот именно пак. И в принципе ничего тут нового. Руки, кисти рук я тоже взял с моей кисточки, которую постоянно использую. Ну и все. Остальное. А, персонажа откуда вот болванку брал. Это я брал The Builder. Это The Plugin The Builder. Вот этот. Так, как он работает, посмотрите в интернете, потому что в прошлый раз, как им пользоваться, я выкладывал ролик, и меня заблокировали. Короче, на 3 месяца автор сказал, что снимать эту тему нельзя, кроме него. Так, лифт, не лифт, файл open, да, нет. Развертка, краска, давайте краску посмотрим. Вот, вот так он здесь раскрашен. Так. Модель 2 353 000. Вот тут челюсть отдельная. Где она тут? Вот, сделал под анимацию, еще ему зубы вставлю от Таноса. Модели тоже не стал я зубы делать, потому что они уже есть у меня скачанные. И которые я постоянно использую вот для таких персонажей. Ну вот, сетка плотная, персонаж вот такой. Всем пока, анимация вот такая.